Собравшиеся по соседке пьют горячий чай с печеньем. Атмосфера тоже теплая. Жители микрорайона Северный в тесном кругу празднуют день рождения города и годовщину освобождения от фашизма. А ведь многие молодые люди сегодня, наверное, представить не могут, что в то время, 71 год, 72 года назад, по, может быть, и такой благоустроенной анапской земле ходили совершенно другие люди с автоматами на перевес. Здесь шли бои, шли взрывы, и все боролись, воевали за такой стратегический объект город Анапа и выход. Самых активных и инициативных жителей микрорайона отметили грамотами главы города-курорта Сергея Сергеева. Вручили подарки от депутатов совета, в том числе и музыкальные. Анапчан поздравили городские ансамбли и коллективы. В завершении праздника прозвучали истории о соседях, которые много лет назад смело смотрели войне в глаза и защищали родную страну и город.